Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Красный Уголок, а меня все еще зовут Дмитрий. Сегодня, как я и обещал, будет длинный ролик, я давно его планировал. И касаться он будет непосредственно моего питания. То есть мы все любим с вами, товарищи, когда блогеры, тиктокеры, вайнеры, влогеры и многие другие мучаются на камеру. Я, наверное, один из них, один из этих проходимцев и лентяев. Да, я сейчас на больничном, поэтому, по сути, не лентяй. Но, тем не менее, я один из них. И я думаю, что вы любите, когда я тоже немножко мучаюсь. Потому что эти ролики собирают большое количество просмотров. В чем суть сейчас? Мы ждем доставку из магазина «Магнит». Буквально в течение, может быть, минут 40, вот мои... Брендовые, кстати, часы. Вот, да. Буквально в течение 40 минут прибудет доставка, и мы не только распакуем, посмотрим. Ну и я расскажу о планах на будущее и приступим к обзору. Поехали! Так вот, дорогие друзья, приехала доставочка из «Магнита». Я сейчас буду все потихонечку вам показывать. Вот в такой неприглядной позе, чтобы вам было удобно. Ну да ладно. Мы заказали маслице. Так, чисто для себя. Обзор на растительное масло, я думаю, никого не заинтересует. Далее мы заказали вот такую вот интересную штуковину. Может, кто-то сталкивался. Это смесь для оладьев. То есть это уже готовое тесто, которое нужно только разбавить водой. Мучное изделие, полуфабрикат. Это сырок для супруги. Пускай сразу убирает. Это еще один сырок для нее же. Забирай. Так, что тут еще интересного к нам приехало? Давайте смотреть. Греча. Колбаса «Моя цена». Вот на нее-то сегодня обзор вы увидите. Но это еще не все. Также в обзоре будет участвовать вот такая вкуснейшая колбаска. Почти деликатес, полукопченая. Тоже «Моя цена». Цена обеих этих колбас менее 70 рублей. Вот это 34, вот это 39. Ну, чуть больше 70, фиг с ним. Также мы заказали рисок. Рисок вот заказали. Тоже можешь убирать. И вот чисто для себя, может быть, на обзор потом. И как неудобно доставать. А ассистентки-то у меня нет. Также вот заказали еще блинчики с мясом. Ой. Вот блинчики с мясом, тоже «Моя цена». То есть обзор на «Моя цена» будет сегодня ролик. И мы приступаем. Приятного просмотра. Как говорится, дорогие друзья, камера мотор. И мы приступаем. Как я уже сказал, сегодня у нас обзор на две колбасы от бренда «Моя цена». Первым из них будет вот эта колбаска. Так вот покажу. Колбаса вареная. Колбаса вареная, мясной продукт, колбаса вареная, в кавычках, если что. Категории В, деревенская. Свинина, мясо, птица, механической обвалки, вода питьевая, белковый продукт, субстратор, шкурка свиная, вода питьевая, молоко, короче, и куча ешек впереди. И вот такая еще колбаска полукопченая. Я ее тоже вот так покажу. Тоже от того же бренда. Стоимость вот этой колбасы 34 рубля по акции, так она 60. А эта колбаса 39 рублей, так она что-то около 70. Ну, в общем, в общей сложности 73 рубля обе колбасы. А заказывали мы их с помощью «Магнит-доставки», мы ей пользуемся часто. И, само собой, часто приобретаем продукты. Но вот среди вот того, что мы заказали, я вам уже показывал, были вот эти две колбасы.
прекраснейший, я надеюсь, ароматнейший и вкуснейший. Мы будем хотя бы думать. Мы сейчас их все вскроем. Я их непосредственно попробую и расскажу свое мнение, а вы не переключайтесь и обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новых видео. Так вот, я сходил за ножом, и прямо сейчас мы с вами эти колбасоньки будем пробовать. Буду делать под съемочки, чтобы вам было удобно. Начнем, наверное, с вареной колбасы. Вот так ее нещадно, вместе с жопкой. Потому что жопки все равно невкусные. Ой. Гадость. Да я уже сразу вижу. Я уже сразу вижу, товарищи, что ничего из этого не выйдет. Вот посмотрите. Такая вот паштетная структура. Ну, собственно, все и так знают, что это за колбаса. Я лишь только... гонить за трендами, пробовать дешманскую хрень. Берем нож. Вот он, нож. И вот так можно прям по-отечески отрезать. Как говорится, папа может. Давайте попробуем. И кусочек от кусочка я отрежу, чтобы попробовать вместе с вами. На вкус. Ну, наверное, из-за того, что я кусочек верхний отрезал, пахнет металлической скобкой, которая держала упаковку. На вид, конечно, ребят, так же, как и на вкус. Точнее, наоборот. Ну вот она. Это реально паштет. А, она же не рвется. Как? Я не знаю, как это. Пробуй. Ну, из любви она мне неприятна. Ну, соответственно, я им и мучаюсь. Возможно, с бутербродом будет неплохо. Давайте попробуем. У меня тут недалеко хлеб. Давайте пробуйте. Как я приятно смотрю в кадре на фоне кухни. Я возьму себе два кусочка хлеба. И сделаю бутерброд. Но бутерброд у меня будет разделен вот так. Ну ладно, хлеб я потом доем. С хлебом попробую. Уа. Ну а. Я за вот этой колбасой хлеба не чувствую. Да, я много отрезал, но все равно лучше бы я хлеб чувствовал. Ужас какой-то. Это просто ужас. Дорогие друзья, уважаемые, скажем так, товарищи. Да что такое? Не рекомендую. Абсолютно, вот можно коту дать. Ну, я даже коту не буду давать. Мы кота нормально кормим. Ну, может, под горячий сладкий чай? Или в финансовом кризисе? Подошло бы. Но у нас сейчас финансовый кризис... Боже. Ну, здесь то же самое. Ну, реально то же самое. А почему колбаса разного вида? Это полукопченая. Марс, ты это не будешь. Извините. Вот кусочек полукопченой колбасы. На вкус что это, что это. Подождите, мне даже интересно сравнить. Вот берем кусочек вот этой колбасы полукопченой. Да, меня не очень хорошо видно, потому что обзоры на еду я снимать не привык. И берем кусочек вот этой колбасы. Это убираем. Также от этой кусочек отрезаем, но уже тоненький. Ну а сейчас я сделаю подсъемочку, покажу.
Вот так вот, друзья, это хренобобель выглядит. Вот она полукопченая. Вот она вареная. Ну, разница-то, конечно, есть. Ну, блин. Ребят, ну, когда ты ешь нормальную колбасу, ты же просто знаешь, какая бывает нормальная колбаса. Ты же вот это покупать не будешь. Только для ролика. Смотрите, даже я пальцем. Да это паштет, склизкий какой-то непонятный. Вот как паштет в магните продается. Вон она. Она вон. Извините, это не очень аппетитно, но тем не менее. И вот то же самое. Только чуть больше специй. Ладно, здесь сказать нечего. Я эти кусочки, конечно же, доем. Реально доем. Ну, блин, гадость полная. Сейчас возвращаемся в студию. Ну, как говорится, вы сами все видели. Эту колбасу, напомню, полукопченую, я тоже сейчас попробую в формате бутерброда. Главное, чтобы не стошнить, вот честно. Не, я, конечно, может, и выделываюсь, я, конечно же, доем. С яичницей или в жареном виде я доем. Ну вот у них есть тоже моя цена. У нас сыр, копченая колбаса, по-моему, вот там вкусная. А вот это, блин, аж, я не знаю, слюни сопли полезли. Потому что не аппетитно, но тем не менее, кстати, всем приятного аппетита. Вот, не желаю никому. Ну а это вот вообще правда. Жутко пересоленная, полукопченая колбаса. Она ж в глотку не лезет. А вот это. Да, она и в середине кусочек тоже металлом пахнет. Не-не-не-не-не. Не. Хотел чай с ними попить, но, блядь. Не буду. Вот такой получился ролик. Я думаю, смысл его был и так ясен. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Присылайте лекарства от изжоги. Будем работать дальше. Конечно же, будут еще ролики. Кто видел распаковку доставки, там есть еще смесь на оладьи. Тоже попробуем их приготовить. По крайней мере, попробуем, когда приготовим. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.